силуэты деревьев на фоне вечернего неба, а в уютных домах тут и там загорались огни. Я думаю, сколько в мире людей не имеют насущного хлеба, сколько жизнь проживают, как перст в этом мире одни. Скольким нужно не то, чтобы полного счастья, но тогда, когда нету совсем уже сил, кто-то искренно, в знак доброты и участия, просто руки к усталым плечам приложил. Человека душа, его внутренний мир и стремления так нуждаются в том, чтоб в его одинокой судьбе кто-то пол неподдельной любви и терпения просто выслушать смог, позабыв хоть на миг о себе, чтобы кто-то делил в простоте их беду и удачу, но не ради награды, что ждет в небесах, а с открытой душой. Поступать не умей иначе, чтоб искрилась любовь у них в сердце, в словах и делах. Мне так часто встречаются люди, которым бы нужно немного внимания, немного добра, поощрения немного, и они расцветут, как цветы пред приходом утра. День склонялся к концу. Все короче и жизни дорога. Помоги мне, Господь, теплоту излучать на ходу. Я в пути и спешу, а нужды в этом мире так много, а пройденным путем я уже никогда не пройду.